Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Номер 12, урок 5. Найди значение выражения. 635 400 разделить на 9, разделить на 100, прибавить 9004 умноженное на 50, минус 52 360, минус 57 умноженное на 65. Первое действие – это 635 400 разделить на 9. Первое неполное делимое – 63. Делим на 9. Берем по 7. 7 умножаем на 9, получаем 63. 63 отнять 63 будет 0. Сносим 5. Делим на 9. Берем по 0. Сносим 4. 54 делим на 9. Берем по 6. 6 умножаем на 9, получаем 54. 54 минус 54 будет 0. 2 нуля из делимого переносим в частное. Получаем ответ 70 600. Действие номер 2. Данное значение делим на 100. Так как в делимом и в делителе есть нули, то мы имеем право убрать по 2 нуля в делителе и 2 нуля в делимом. Получается, что мы будем делить не на 100, а на 1. Но число не 70 600, а число 706. При делении числа на единицу получается то же самое число – 706. Действие номер 3. 9004 умножаем на 50. При умножении круглых чисел нули оставляем справа, а числа записываем друг под другом. 5 умножить на 4 будет 20. 0 пишу, 2 запоминаю. 5 умножаю на 0 будет 0. Да еще 2. Записываю 2. 5 умножаем на 0 будет 0. 5 умножаем на 9, получаем 45. Ответ 450 200. Действие номер 4. 450 200, то, что мы получили в третьем действии, отнимаем 706. Получается, прибавляем. Получается 450 906. Действие номер 5. 57 умножаем на 65. Сначала мы умножаем единицы. 5 на 7 – 35. 5 пишу, 3 запоминаю. 5 на 5 – 25. Да еще 3, того 28. 285 единиц. Умножаю десятки. 6 на 7 – 42. 4 запоминаю. 6 на 5 – 30. Да еще 4, получается 34. Складываем полученные результаты. 5. 8 и 2 – это 10. 0 пишу, 1 переходит в следующий разряд. 1, 2 и 4 – это 7. И 3 сносим. 3705. А теперь от 52 360 отнимаем полученный результат. Получаем 48 655. И последним, седьмым действием, мы то, что получили в четвертом действии, сложив левую и среднюю часть выражения, отнимаем правую часть выражения. Записав единицы под единицами, десятки под десятками, сотни под сотнями, и начинаем вычитание с самого первого разряда. 6 минус 5 будет 1. 0 минус 5 не отнимешь, занимаем у 9. 10 минус 5 – это 5. 8 минус 6 – это 2. 0 минус 8 не отнимешь, занимаем у 5. 10 минус 8 будет 2. 4 минус 4 – 0. 4 сносим. Ответ 402 251. А теперь решаем выражение «Б». Запишем его. 603 умножить на скобку 1812 деленное на 2, умножаем на 30, минус 790 умноженное на 970, минус 92 142 деленное на 6. Первое действие – это действие в первой скобке.
1812 делим на 2. Первое неполное делимое 18. Делим на 2, берем по 9. 9 умножаем на 2 будет 18. 18 минус 18 будет 0. Сносим 1. Второе неполное делимое делим на 2, получаем 0. И только затем сносим 2. 12 делим на 2, получаем 6. 6 умножаем на 2, будет 12. 12 отнять 12 равно 0. Получилось 906. Вторым действием мы полученный результат умножим на 603. 6 умножить на 3 будет 18. 8 пишу, 1 запоминаю. 6 умножаю на 0 будет 0. Да еще 1. 6 на 6 – 36. В разряде десятков у нас стоят нули. Можно записать их со сдвигом на один разряд влево. А можно и вообще не записывать, пропустить этот шаг. Но при умножении на сотни мы сдвигаем наш ответ на 2 разряда влево и записываем ответ под девяткой. 9 умножить на 3 – 27. 7 пишу, 2 запоминаю. 9 умножаю на 0 – будет 0. Да еще 2, записываю 2. 9 умножаю на 6, получаю 54. А теперь сложим полученные результаты. 8. 1 прибавить 0 будет 1. 6 плюс 7 – это 13. 3 пишу, 1 переходит в следующий разряд. 3 плюс 2 – это 5. Да еще 1 будет 6. 54 сносим. Получаем ответ. 546 318. Полученное значение мы умножаем на 30. 0 оставляем справа, а числа подписываем друг под другом. 3 умножить на 8 – это 24. 4 пишу 2 в уме. 3 на 1 – это 3. Прибавляю 2, получаю 5. Записываю под однёркой. 3 на 3 – 9. 3 на 6 – 18. 8 пишу, 1 переходит в следующий разряд. 3 на 4 – 12, да еще 1 – будет 13. 3 пишу, 1 запоминаю. 3 на 5 – 15, плюс 1 будет 16. У нас получается ответ 16 389 540. Мы решили левую часть нашего выражения. А теперь будем работать с правой частью нашего выражения. Все ее данные заключены в скобке, поэтому сначала мы будем выполнять умножение, затем деление и только после этого вычитание. 790 умножим на 970. Нули остались справа от чисел, а мы выполняем умножение независимо от нулей, не обращая на них внимания. 7 умножаем на 9. 63. 3 пишу, а 6 запоминаю. 7 на 7 – 49. Да еще 6. Получается 55. А теперь умножаю 9. Умножаю на 9. Получаю 81 и записываю под девяткой 1, 8 запоминаю. 7 на 9 – 63, плюс 8 – 71. Сложим полученные результаты. Сначала снесем 2 нуля в наше произведение, а теперь складываем 3. 5 и 1 – это 6, 5 и 1 – 6 и сносим 7. Ответ – 76. 766 300. 92 142 разделим на 6. Найдем первое неполное делимое. Это 9. Делим на 6, берем по 1. Умножаем на 6. Получаем 6. Пишем под девяткой. 9 отнимаем 6, будет 3. Сносим 2. 32 разделим на 6. Берем по 5. 5 умножаем на 6 будет 30. 32 отнять 30, получаем 2. Сносим единицу рядом с двойкой. 21 делим на 6. Берем по 3. 3 умножаем на 6, получаем 18. Отнимем данное значение от 21. Получим 3. Сносим 4. 34 делим на 6, берем по 5. 5 умножаем на 6, получаем 30. 34 минус 30, в ответе 4. Сносим 2.
42 делим на 6, берем по 7. 7 умножаем на 6, 42, отнимаем, получаем 0. Проверим количество цифр в частном. Первое неполное делимое дает нам первую цифру в частном, второе – вторую, третье – третью, четвертое – четвертую, пятое – пятую. У нас 5 цифр в частном. Все верно. А теперь то, что мы получили в четвертом действии, 766 300, отнимем то, что мы получили в пятом действии, 15 357. Запишем при вычитании многозначных чисел разряд в разряд и начнем вычитание с самого первого разряда. От нуля 7 не отнимешь, занимаем у 3. 10 минус 7 равно 3. В разряде десятков у нас вместо нуля теперь осталось 9, так как мы занимали одну сотню. 9 минус 5 – это 4. От 2 – 3 не отнимешь. Занимаем у 6. 12 минус 9 будет 3. 5 минус 5 – 0. 6 минус 1 – это 5. 7 сносим. Получили 750 943. Это значение правой части нашего выражения. Теперь нам остается только от левой части выражения, а это значение 16 389 540, отнять правую часть нашего выражения 750 943. Записываем разряд в разряд, то есть единицы под единицами, десятки под десятками, сотни под сотнями, единицы тысяч под единицами, тысячи и так далее. Начинаем с самого меньшего разряда. От нуля 3 не отнимешь. Занимаем. 10 минус 3 – это 7. 3 минус 4 не отнимешь. Занимаем у 5. 13. Отнять 4 будет 9. 4 не отнимешь 9. Занимаем у 9. 14 минус 9 – это 5. 8 минус 0 – 8. 8 минус 5 – 3. От 3 7 не отнимешь, занимаем у 6, и от 13 отнимаем 7, получаем 6. Шестерка у нас превратилась в пятерку, 1 сносим. Конечный результат в нашем примере 15 638 597. У вас возникли вопросы? Оставьте комментарии под видео.